Сегодня в Сокровищнице Республики открылась уникальная выставка «Историческое наследие. Чурапчинский улус». На ней представлена история района 18-19 веков. Это самобытные работы из серебра, дерева, глины, бересты, женские украшения, утварь. Несомненно, экспонаты являются раритетом Золотого фонда Якутии. В них заключено послание красоты и эстетики. Мастерство умельцев тех времен удивляет своей уникальностью и методом гравировки. Необходимо отметить и огромный вклад первого директора музея, краеведа Андрея Савина, который заложил системный научный подход. Сегодня мы представляем из фонда нашего музея уникальные работы мастеров 18-19 века. Например, уникальный экспонат нашего музея – это полный комплект женского убранства Ульяны Платоновой Усулджаны, женщины-кузнеца, которая славилась в свое время по всему Батурскому улусу.